Сотрудники администрации железнодорожного района, волонтеры и жители ближайших домов провели уборку в сквере первых космонавтов. Разворошили оставшийся снег, подмели территорию и убрали мусор. В знаковом для самарцев сквере увековечена память о 6 космонавтах, которые принимали участие в программе «Восток». До и после отправки в космос они находились в Куйбышеве. Свой статус сквер обрел благодаря инициативе жителей в 2014 году. На его территории установлена стелла покорителям космоса. С 15 апреля стартует голосование по отбору общественных пространств для благоустройства в 2023 году, которое пройдет одновременно по всей стране в онлайн-режиме. Сквер первых космонавтов также требует обновления. Жители близлежащих домов уже активно подключились к голосованию за это общественное пространство. В рамках дизайн-проекта уже предусмотрено озеленение, то есть высадка новых кустарников, деревьев, благоустройство детской площадки, ограждений новых, освещение здесь планируется устроить. Самарцы надеются, что в будущем эта площадка обретет благоустроенный вид, и здесь смогут проводить свой досуг жители других районов, отдыхать, гулять с детьми, заниматься спортом. Конечно, сейчас много всяких разных программ, в том числе и благоустраивают и внутри квартальные, и дороги делают, и дворы ремонтируют, в том числе и наш двор был тоже отремонтирован. Хотелось бы, чтобы общественные пространства тоже были отремонтированы. Поэтому, в первую очередь, обращусь к нашим жителям, чтобы они как можно активнее принимали участие в голосовании, потому что от этого зависит, действительно, будет ли произведен ремонт данной территории. Проголосовать за выбранное пространство жители Самары могут с 15 апреля по 30 мая 2022 года на федеральной платформе 63.городсреда.ру. Чтобы отдать свой голос, необходимо пройти авторизацию через госуслуги или зарегистрироваться, подтвердив номер телефона. В голосовании участвует 20 общественных пространств по всему городу. Елена Чернявская, Николай Сидоров. События.